Хорош. Классный челлендж. Мне понравилось. Дом Кипер продолжается. На связи Чандер, и мы как-то пропустили вот этот поединок. Давайте попробуем. Наша задача 20 циклов подготовки и одна суперсильная волна на 3000 мощности. Я не знаю, что значит 3000 сила финальной волны, но пусть будет. А буровую установку для темпа берем, фабрику дронов тоже для темпа берем. Отражать будем куполом Теслы. Все. Дроны тоже отражать будут. Мы их подкачаем. Но главное это, конечно, Тесла. Хотя снаряды меня, конечно, будут обижать. Эх. Так, сначала 4 единицы ресурсов надо. Так, 4 тащу. Дроне работу никакой не дадим. Нафига мне эти 4? Бур. Как обычно, стандартно бур. Слушайте, волна по дефолту прокачана. Это 2 единицы железа сэкономленные. Классная штука. Но я бы не сказал, что это имба. Это по большей части quality of life. Так, воду пусть сам добывает дроне. Так, здесь копается тяжело, но это нужно откопать. Еще 4 единицы ресурсов я сейчас дотащу. Оставшиеся 3 донесет дроне. Все, бур пусть копает дальше. По темпу идем. Здесь наша задача именно волны выжить. То есть нам не нужно прям вкапываться, перекапываться. Так, скорость. Сначала скорость. Имейте в виду... Капываться-то надо. Вглубь. Вот бур как копает, вот пусть и копает. Нас это устраивает. Так, это выбили. Здесь, к сожалению, твердая порода. Не повезло немножко. Я ее выбью, но в целом... Забили-забыли. Сражение пошло. А! Даже так? Все, я тебя понял. Сражений нету. Сражение будет только через 20 волн. Тогда еще лучше. Все, темпуем по максимуму. Дроня пока и один справляется, потом посмотрим. Так, вот здесь что-то есть. Видите сверху? Железо. Бур. Может быть в бур вкачаться? Мне, в принципе, переноска не так важна сейчас. А вот бур на дополнительные бурилки я бы взял. Вот так. Нужна еще вода, к сожалению. За воду я бы взял еще транспортного дрона, потенциально. Ладно, пока что есть, то есть. Две бурилки работают. Пусть тоже копают. Так, вот еще железо. Донесем. Ну, вообще, переноска, конечно, хотя бы одну штучку. Переноску было бы неплохо взять. Так, я могу еще взять, кстати, вот такой бур. Одну переноску? Более чем. А, не могу взять, воды нет. Будет вода, тогда возьму. Так, есть какой-то... инструмент. Что вот это такое? Это гаджет называется, правильно я понимаю? Или что это? 18 волн, слушай, все меньше времени. Плохо. Если это гаджет переработки будет, к примеру, может быть это и неплохо. Хотя воды нету. Телепорт. Либо оглушающий лазер под финалку. Либо телепортер. Возьмем телепортер, опять это ради темпа. 3.03. Вот зараза, две воды надо. Так, погнали с тобой, дружище. Будем работать вместе.
Опять-таки, вроде бы низко пробиваться не нужно, но чем ниже, тем круче залежи железа. Так, это я сюда вытащу. Дрони отнесет все. Вообще мне дроны еще нужны. Нужна вода. Будет вода, будет хорошо. Потому что без воды ни туды и ни сюды. Вот она вода. Все, воду добыли. Боковой имеет смысл, но на самом деле сейчас, наверное, даже важнее. О, уже сработал, хорошо. Бут сработал хорошо. Видите, боковой бут помог нам найти. А, нужно дронов в первую очередь сейчас все же поставить. Дрончик раз, чтобы пару штук копались. В принципе, вот такую штуку я бы взял тоже. Пригодится. Также это что будет? Это налипать будут, да, ресурсы? Насадки для вертикального бурения магнитные. А вот это будут к центру идти. Ну, насадки я бы взял. Одна единица воды и тоже по темпу хорошо будет. Так, у меня есть одна боковая бурилка, ее надо установить. Где она? Она, как назло, не там, где надо. Все, давай я вот здесь поставлю. Здесь как раз железо. Так. Шестнадцать волн осталось. Волны идут быстро. Может, репеллент, конечно, имело смысл, но дроны мне помогают. Дроны перетаскивают ресурсы, которые в противном случае должен был бы перетаскивать я. Надеюсь, что справлюсь здесь. Сейчас утащу 3 единицы железа пока. Хотя у меня воды нету. У меня не с железом проблема, а с водой. Очень плохо. Не повезло вот на ту стенку. И не повезло, что здесь прочная порода. Угу. Даже так. Даже так. Подстава. Ладно. Надо еще раскопки какие-нибудь? Вообще-то да. Нужно. Копание упороться. Даже, наверное, именно в копание упороться. Потом в скорость. Теслу надо будет проапгрейдить на приличное количество очков. Посмотрим. Не повезло. Ресурсы здесь. Вода. Живительная влага есть. Несу. Надо увеличить скорость дронов. Как можно скорее. Это сильно прям прокачает нас. Так, и стоит дешево, и даст прирост большой. Магнитки тоже нужны, конечно. Скорость прям хорошо зайдет. Блин, можно было телепортироваться. Не пользуюсь телепортом, это зря. Сэкономил бы много времени. Воду вижу.
14 волн осталось. Так, здесь нужно железо, и как раз железо есть. Это поможет. Да, это поможет. Так, вот это сейчас тоже добуду. Несу воду. 6 штук, да? Что еще нужно? Еще дроны нужны. Магнитка нужна. Пригодится магнитка. Возьму магнитку. И возьму дронов, конечно же. Либо... Нет, все-таки дронов. Больше количества дронов. Дальше уже железа не хватает. Все, использовал телепорт, это хорошо. Положу сюда, дроны заберут. Там слева были ресурсы, надо сразу вытаскивать их. Я понимаю, что Бурбу сюда достал, ля-ля тополя, но... Все, дальше он уже достанет. Сейчас мне надо верхний и нижний откопать. Все, 6 штук могу нести спокойно. Ну, плюс-минус. Дроны вроде что-то добывают. Так, здесь прокопал, нужно опустить пониже, желательно бы. А, магнитка уже есть. Пойдет. Так, 5-5. Что хочу? Хочу скорость. Пока не могу. Больше дронов? Или больше скорости дроном? Давай больше скорости дроном для начала. Давай куда-нибудь вот сюда поставим копать. Вот, благодаря магниту, видите, ресурсы будут оставаться именно на этих самых местах. Это важно. Чтобы дроны далеко не копались. Сейчас это повыше поднимем. Полетел домой. Сколько отвезу, столько отвезу. Хотя, в принципе, ресурсы должны все копать именно дроны. Здесь надо в железо быстро выйти. Кобальт. Пару единиц тащу. Сейчас посмотрим, что я смогу улучшить. Мне не очень нравится, что 12 волн осталось. Уже почти половина времени. Каждая последующая волна дольше. Сейчас, секунду. Все, поехали. Задача... Это все, да? Вот это вот написано. Ладно. Так, Теслу позже. Сейчас пока все вот в добычу и прочее. Буду ли копать быстрее? Честно, может быть, не обязательно. Мне скорее нужно копать быстрее. Я бы взял вот быстрее перемещаться. И дронов поболее. 7 штук дронов уже. Хорош. Теперь нужно копать. Можно, кстати, через 4 копаться. А, семечко... Вообще вырастет семечко. Пусть и на одну единичку, но вырастет.
Давай куда-нибудь в начале посажу. Все. Пусть здесь она и будет. Меня это устраивает. Успеет, успеет вырасти. Она где-то 5 циклов вырастет. За все время выдаст мне... Ну, получается, больше 5 единиц железа. Это на минуточку неплохо. Так, вот там вижу железку. Моя задача в первую очередь копать. Остальное все сделают дроны. Надо через 4, да? Раз, два, три, 4. Вот здесь надо копать. Тогда буду просвечивать все. Хорошо, здесь так поехали тоже. Вон дроны уже летают, собирают. Отлично. Не водянка. Так, тут пока зеленые. Пусть копают. А свою скорость-то я увеличил на минуточку. И все равно слабо. Плохо. Броня купола. Пусть будет. Броня купола — это очень неплохо. Потому что я смогу ее сейчас еще усилить. Ну что она дает? По дефолту больше очков. Дальше я могу еще больше очков, но это, правда, дороговато. Могу урон от ближнего боя, урон от снарядов уменьшить. Тоже хорошо, меньше кобальта буду тратить на финалку. У меня сейчас 26 единиц. Это в любом случае в раскопку и в скорость. Перенос уже больше не нужен. Дальше разберемся. Не хватает именно железа в данный момент. Зараза. Зажимать надо. Я хотел перенести, да. Здесь по центру выбью. Через 3 получилось. Не зря. Все, конец есть. Дроны заберут. Все хорошо. Через 2 по дефолту копаю. Через 2 не стоит. 4, 1, 2, 3, 4. Вот здесь. Угу, ничего. Здесь долго буду копать. Плохо. Ничего себе, как жило спрятано, смотрите. И какая жесткая порода. Ладно, откопаю и потом дальше побежали. Дроны наверняка уже много ресурсов перенесли. Где мой телепорт?
Надо перенести ниже. Раскопки буду увеличивать? Пожалуй, да. Здесь как копается? Копается уже сквозь стенку. То есть все, шахта, ребят, выработана. Внимание, шахта выработана. Мы достигли дна. Хорошо, тогда буду копаться здесь. Летим. В принципе, по раскопкам, ну, на один увеличить буры я буду в порядке. А, понятненько. Это уже так-то топовый бур. Ну, условно топовый, конечно же. Так, нужно еще увеличить дронов. Чтобы железо не таскали. Ой, как хорошо просветилось, смотрите. Это бур, наверное, откопал. Кстати, его передвинуть же надо уже. А вот чертова. Но понадкопал он прям хорошо, смотрите. Шикарно. Балдеж, балдеж. Передвинуть, да, надо. Все, сейчас закидываем вот это. Сейчас надо сначала перенести и потом передвину. Хотя там передвигать уже некуда. Дополнительный бурильщик, воскрешение купола давай лучше. Вот это имеет смысл. Пусть будет. Так, это я могу телепортироваться сразу, давай. Может, плюс-минус здесь где-нибудь и отправлю на разработку. Можно вот здесь вглубь, правда. Давай здесь. Да, пусть он здесь и копает. Там твердые породы, я не хочу этим заниматься. Как знал, да, то, что есть что-то здесь. Так, дроны до сюда еще не долетели. Надо проверить сейчас шахту, которую раскопал бур. Вот это он раскопал. Видите, ресурсы есть. Надо пособирать. Чтобы много не пришлось им облетать. Стеночка, да? Все, здесь, получается, откопал. Ладно. Здесь могу копать, и не зря. Вода как раз есть одна. Количество дронов надо увеличить просто срочно. Нужно больше 10 дронов уже. И скорость им надо увеличить. Количество и скорость. Сейчас бахнем. И в принципе мы в порядке будем.
Нормально. О, вот это можно добыть. А там время от времени все равно падает. Мощный бур, который будет пробивать все, не знаю. Реактивная пульсация. Броня купола частично удерживает кинетическую энергию от полученных атак, в итоге высвобождает ее в виде сильной пульсации, ошеломляющей врагов поблизости. Может быть, имеет смысл. Бур уже этот не нужен. Да, он и не нужен в принципе здесь. В лабиринте нужен. Неуязвимость после воскрешения у меня 20 секунд. Оставшиеся воскрешения 2 штуки могут быть. Слушайте, это стоит того, чтобы прокачать. Но это в будущем. Сначала нужны дроны. И чтобы они были быстрые. Давай еще дроны, еще быстрые. 16 дронов на скорости 180. По идее, это все, что мне нужно. То есть больше не требуется. Вроде как. Дальше уже упираемся в прокачку оружия. Скорость мне не так, чтобы нужна была, наверное. Дроны уже справляются со своей задачей. Все, все, что мне осталось, это просто копать. Грибок съел, копаю быстрее, по идее. Или только перемещаюсь быстрее. Непонятно. Так, железо, хорош. На самом деле ресурсов еще дофига есть, которые дроны еще не могут унести. Но они по одной единице таскают, конечно. Сейчас вот это я унесу сюда. Хорошо унес. Здесь можно копать. Слушайте, они уже прилетели. Это очень хорошо. Все, дронов больше не надо качать. Так, вот здесь пробурим еще. Вода нужна. В первую очередь нужно железо, большое количество. Водяной артефакт. Вот много железа. Дроны уже сюда летают. Слушай, ну я тогда не успеваю копать, получается. Это сильно. Дроны меня уже переиграли. Эта штука. Ее нужно поставить куда-нибудь в добычу. Вот по этому направлению давай пустим. Плюс-минус. Потому что можем телепортироваться потом. Здесь наверху еще можно попробовать немного. Идеальное попадание. Идеальное попадание я не особо понимаю, как работает, к сожалению. Может быть, оно и полезное. Я просто не понимаю механики. Нет, это уже не пробурить, это тяжело. Просто снял, дроны заберут. Повезло с улучшением на видимость. Сильно.
Без него было бы гораздо тяжелее. А так я вижу вообще все в этом мире. Вижу насквозь всю карту. Дроны уже перенесли все, что я накопал. Настораживает. Но это хорошо. Все, здесь они тогда тоже прилетят. Я не буду дополнительные удобные пути продвигать, раз они такие быстрые. Все, здесь уже конец. Тут тоже конец. Как бы ресурс хватило, если честно. А то что-то как-то не очень. Здесь уже копать некуда, друг. Давай ты будешь копать куда-нибудь сюда. Сюда. А вот черт его знает, куда копать. Уже некуда. Прям вообще некуда. Сейчас давай поисследуем здесь. Вот здесь еще можно покопать. Вот в ту часть, повыше. Вот здесь давай покопаешь. Хотя я уже покопаю быстрее. Но все равно мне боковой бур помог. Будем честны. Прям хорошо. А, здесь уже некуда копать. Здесь уже все исследовано. Уже все. Как интересно. Просто кусок. Так, хорошая бомба оказалась. Прям реально хорошая, смотрите. Все, железо сейчас добудем здесь много. Что будем улучшать, сейчас посмотрим. Я бы взял купол, который воскрешает один раз. Я бы взял, конечно же, улучшение на эту... На Теслу поле. Замаксить желательно бы поле. Ух ты! Слушай, бомба топ. Она пробивает, получается, по всем направлениям именно очень хорошо. Три волны осталось. Плохо. Плохой вот этот кусочек, то, что я не могу сюда прокопать боковыми бурами. Вот это плохо, действительно. Все, здесь дроны справятся. Надо посмотреть, что там в другую сторону откопалось, но, скорее всего, ничего.
Так, сколько тут? Раз, два, три, четыре. Это три, неважно. Зато попал хорошо. Там вижу железо. Каким-то образом. Здесь пробили. А, это прям центральная шахта, смотри. То есть я прокопался сквозь бедрок и докопался до новых залежей. Балдеж. Но больше буры не идут. То есть они дошли прям вот совсем до бедрока. Видимо. Надо здесь осмотреться по-быстрому. Не зря. Буры действительно хороший такой запал дали. Ну, именно темп. Я вот эти ресурсы не таскаю совсем. Мне в этом плане париться не нужно. Дроны, вернее, это сделали. А буры дали буст по началу, на старте. Выкопали вот эту вот шахту основную. Дополнительный бур в самом начале тоже помог хорошо. Теперь уже от него толку никакого, конечно. Но в начале он помог. Телепорт сделал мало, к сожалению. Ну, потому что, во-первых, я им мало пользовался. Пользовался бы больше, он бы сделал больше. Можно бур передвинуть ниже, и он еще что-нибудь накопает. Может быть. Посмотрим. Пока нужно довести вот эту штукенцию. А все оно, видите, отпадает само. Бурмистр точно нет, шпиль полезен очень. 231 штука. Хорошо. Хорошо. Хотелось бы больше, правда. Я рассчитывал на большее. Так, нужны боевые дроны. Более долговечные, более крутые. Вот это прокачиваем. На максимум. Вот это прям самое главное, что есть. Вот это тоже возьмем. Прицел. Хотя бы третий. Четвертый может быть не столь важно. Время действия сферы тоже возьму. Урон выстрела уже не так важно. Я дальше возьму вот это. Повышу общую прочность. Возьму дополнительное воскрешение. Возьму защиту от снарядов. Может быть, даже возьму... Вот, все, у меня максимальная хпшка, чтобы чинить топово. Шпиль. Чтобы как можно быстрее стрелял, к примеру. Пусть стреляет как можно быстрее, да. А здесь что, шрапнель? Или лучше вот эти штуки на поглощение? На поглощение никогда не делал, поэтому давайте пусть будет. Выстрелов до перезарядки. Длительность, радиус. Пока хватит. А дальше боевые дроны замакшены. Дополнительные боевые дроны. Я не буду делать гидрацию здесь. Слушай, ну осталось только, да, усилиться по урону. 26. Нужно 14 единиц железа где-нибудь раздобыть еще, успеть. И мы в порядке. Смогу ли? Ня. Скорее всего, нет. Это передвину вниз, чтобы копать. Ну, слушай, ну тут прям много пробито, да?
Потенциально может быть и здесь что-нибудь, но не свезло. Ой, все, дальше пусть сам работает бур. Да, если 14 набрать, это будет тогда топ. Но 14 я, видимо, не наберу, к сожалению. Ня. Жаль. Жаль. Воды немного добуду. Вот, железо нашел. Могут еще в пылу сражения хотя бы донести, да? И уже надо лететь домой, мне лететь далеко. Сейчас добываю вот это и лечу домой. Пошел. Не копай, пожалуйста, лети. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лети-лети-лети, лепесток, давай. Хорош телепорт поставил, красавчик просто, гений. Лучший. Все, пошла супер волна. 24 у меня, нужно 26. 26 донесут, и будет топовый урон. По шпилю. Шпиль плюс-минус порядок. Дроны плюс-минус порядок. Дроны не то, что плюс-минус, дроны вообще порядок. Совсем у меня все... Фу-фу-фу. Поехали. Все, уже 26 единиц? Уже 27 единиц. Все, выстрел топовый. Работаем. Зараза. Это все, что ли? Хорош. Классный челлендж. Мне понравилось. 36 минут играли, ну 43 получилось по игре, и прям хорошо. Шахту давай посмотрим, что я не смог добыть. А смог добыть я почти все. Слушайте, один кобальт здесь был. То есть я дошел железо даже в самом конце последний. Как я вот это не увидел, я не знаю. Но вот это обидно. Вот здесь обидно. Тут, кстати, хорошо пошел в железо, то есть я мог бы еще добыть. Но здесь фиг найдешь, потому что за стеночкой. Одну жилу железа разве что профукал, а так в целом идеально. Даже не потратил ничего. Круто. Ну-ка, по таймлапсу. А, и буры вот. Буры прокапывают вот эту штуку и докапывают вот до сюда. До конца. До сюда, наверное, даже докапывают. Да. Нет, они полностью пробули. Во! До нижней линии докопали они. Я тебя понял. Ну и ладно. Все, открыть новый элемент. Быстрые дроны. Новая боевая способность устройства. Позволяет выпускать больше дронов со значительно ускоренной частотой. Ладно. Я думал, я уже у дрона все изучил. Видимо, нет. Так, награда 1 есть у нас. Что открыл? Открыл что-нибудь? Пока не открыл. Видимо, нужно неисправное оружие. Хотя, черт его знает. Ад из снарядов. Планета кишит летучими монстрами, которые извергают снаряды. Вот это жестко. Умножитель силы волны 200, смотрите. Верните реликвию. Здесь у нас что? Верните реликвию дополнительных стартовых гаджетов 2. Вот это интересная штука в плане того, что у меня основное оружие не работает. И мне нужно как-то защищаться. И надо подумать, как. Ну, посмотрим.
Ну и конечно же, необходимо поблагодарить наших дорогих, замечательных, потрясающих, великолепных бустеров. Ведь без их поддержки ни этого ролика, ни других, что выходят сейчас на канале, не было бы. А тех, кого еще нет в списке, приглашаю присоединиться по ссылке в описании. Вступайте в семью, ведь семья — это главное.